Тихо, сука! Ты просто пидор, Никита! Ты, сука, пидор! Давай, давай, врежься! Да, блин, дурак! Ты чё, дурак совсем? Первый, я первый, Так, Женя, упадем же, упадем. Да упадем. Всем йоу, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня с вами Никита Лайт, Джонни Флэг ЖК и Кэмерон Форс. И сегодня у нас просто жесть, какой режим. Короче, РПГ против самолетов, какая-то херня вообще. Hey, what's up, ребята, всем привет! Такое резкое начало. Так, я на истребителе захожу сейчас. Так, хорошо, пацаны, давайте. Я пока не понимаю, как это работает, потому что здесь куда бежать, что делать, куда прыгать, потому что... В общем, мы на истребителях с Джонни, так сказать. А вы понимаете, вы нас... А вы стреляете или что? Так, а как стрелять? Нет, стрелять мы не можем. А вы нас не можете здесь зацепить, мы как бы наверху здания, вы только если будете врезаться. Да? Да-да-да, все. Зачем вы здесь без пушек? Подожди, стой, а как у нас... Стоп, не-не-не-не, подожди, я не хочу, чтобы ты меня... Тихо-тихо-тихо-тихо, у меня улетает все нафиг, оу! Крутит-крутит. Тихо-тихо-тихо, нужно убрать лок. А как я должен быть? Бля! Ты катапультировался? А я сам себя убил. Что сейчас произошло? А я не вижу, где вы. Я не понял в первом раунде, что за дерьмо. Я не понял, а где? На самом верху? Да, прям вот там вот стоит. Сейчас. Блять! Что это было? Кто в меня врезался? Почему истребитель там? Так, подожди. Да. Вам нужно вниз спускаться. На, сука! На дуре, нам надо вниз. Что? What the fuck? Поражение. Кто выиграл? Кто? Поражение. О! Чё за бред? Ну что ж, второй раунд! Сейчас мы будем стрелять. Второй раунд, серьезно, серьезный раунд. Второй. Так, я беру сейчас на самолет, пацаны. И вам надо бежать вниз, как мы разобрались уже. Поэтому не стойте, как говорится, на месте. Не производите лишних этих там, знаете, там всяких ротаций. Поэтому я... На ротацию сейчас ты получишь, понял? На ротацию? Да. Так, как взлететь? Где тут? Лети, Лайтуха, найс. What the fuck? Вам как-то вниз, я тоже не знаю, пацаны, потому что я как бы там походил, да, туда-сюда, но я не понял. Я куда-то провалился. Так. Что за троллинг? Я упал прям возле бассейна. Возле бассейна упал. Вам надо как-то спусти... Джонни. Там за одной коробкой сбоку есть спуск вниз. Нет, Лайтуха, влезся. Какое пилотирование, так показывает. Так я за коробкой спустился, тут шины, я не могу дальше пройти, тут невозможно. Ну я уже упал, я застрял, короче, между текстурами, я не знаю, как это забыть. Что за бред? Так ты между текстурами застрял. Ну, так, а как выбраться? Там... Нет, я подожди, я не могу возвратиться? Ты не выберешься. Чё за бред? Алло! Подожди. Застрелите меня! Застрелите! Ты сам себя можешь взорвать, если тебя... Я не могу, у меня только пистолет. Помогите! Да, а я не могу... Так, тут надо вниз спускаться. Я даже суициднуться не могу. Чё за бред? Я даже суициднуться не могу теперь. В смысле? Колёсами долбайся, короче. А я не могу! Чё за... Может, подкат? Так, суки, а как сбивать народ, который стоит на коробках? Это же вообще нереально. Вы понимаете, что я выиграл? Я только буду 8 минут стоять и... Ты мне скажи, в каком ты углу, я, может, помажусь. Смотри, я сейчас... Во, вижу, во, Никита, под тобой был! Тихо. Оп! Фух, я почти крылом кого-то задел. Пролетаю обратно и, короче... Надо, чтобы ты вмазался просто прям в тебя. Да, а ты можешь в эту щель прям пролететь. Давай, Никита, в щель можно пролететь. Оп, сука, я убил никого, да? Никого не убил. Сука, меня взорвали, я даже никого не убил. Вот, Никита, глянь я ее просто. А я не могу себя смотреть. Как, не можешь вообще? А он мне не смотрит. А? Да что за бред? Алло, блядь! Как выйти отсюда? Сейчас, да подожди ты нахуй. Да не могу я! Да сейчас этот пост искать тебя будет. Да не будет, он не найдет меня. Да смотри, смотри, на разворот идет сейчас такой. О, блядь, где этот пидор? Не-не, он ничего не посмотрит даже. Ну-ка. Будет искать деда, ну ёбак, а? Агри его, Джонни, агри. Сука, я тут, блядь! Ебать, вообще доминатор. Типа СОС там это, вы выстрелили на соседнем здании надпись. Да я не могу. Где тут соседнее здание, ты видишь? Вот это что ли? Пансионат этот? Да, для представления. О, сейчас ему в этот. Во, он прямо вниз пошел. Я не видел, где он пролетел. Он пролетел здесь. Это слишком высоко. Слушай, он хороший пилот, и он что-то тут непонятно. Он слепой пилот, наверное. Сейчас. Да тебя в такой щели попробуй найти. Сука, смотри сюда, блядь! Я тут!
Он на звук реагирует. Стреляюсь. А как он, вот, Никита, если бы ты был в ебучем истребителе, который 500 километров в час летит, звук жужжит, ты услышал бы мой выстрел, скажи? На звук он идет. Ну, конечно, да. Звук идет. На запах еще. И нас по солнцу. Давай мы, короче, здесь насрём, все истребители слетятся, и, короче, мы их разом потом хлопнем. Что? Я не понял, ни хрена, но лайк поставил на всякий случай. А как здесь, вот серьезно, что за бред вообще? Вот как можно было вот эту щель сделать? Так, он сейчас упадет, он упадет, бум. Да, я выиграл! Ублюдки, нечестной тактикой победили. Да, взорвись уже раз. А, кстати, мы все выиграли. Нет, я выиграл. У нас 1-1 счет. Я выиграл, блядь. А, ты сделал САС. Нет, я выиграл. Ты дебил? Нет, я выиграл. Здравствуйте, блядь! Все, третий раунд! Отличное начало. Так, окей, хорошо, до свидания. А, я нашел, где залезать надо. Так, а у нас пистолеты только, пацаны. Да я, вот он. Мы можем из этих хреновин стрелять. Так, стихи, залезай. Все. Лайтуха, давай, тут как-то было слезть можно. Так, как тут лезть, тихо, сейчас разберемся. Короче, предыдущий раз, как я приземлился в первом раунде. Я нашел, все. Так, пойдем вниз. Когда приземлился я к вам, я спрыгнул, и, короче, со снайперкой всех там грохнул. Я спускаюсь. Подожди, а мы должны истребителями что сделать? Пистолетом, что ли? Сбить нас. Блин. И не врезаться еще. Подождите, еще у меня есть тактика. Стоп. Джонни, давай попробуем наверх. А тут пройти нельзя, пацаны. Че, опять застряли? Здесь тупо нельзя пройти. Так, я пока ни одного не вижу. Так, Визард, аккуратнее. Блин. Ой, я прошел по краешку. Вау, ребята, это шасси. А я реально дурак, зачем я шасси убирал все это время? Ниже вот сюда, аккуратно спускаемся. Воу! Ёп! Таран-таран. А где спускай? Слушайте, там тяжело спускаться на самом деле, но. Там все спускаются, только один плот стоит, так там расстреливает всех с башенка. Ща. Это наше прикрытие наше. Ща 11 сентября устроим. Где тут башня? Это нашу спину. Так, оп, аккуратно. Тут никого нет. А, вставай, дура! А где? Все там что-то. Даже пила. Как мне повезло, ребята, паркур! Ща на разворот пойду. Какая жесть сейчас была! Я начал падать вниз со здания и как-то развернулся в полете и упал, короче, на краешек здания просто и выжил. Так, есть кто? Офигеть, ребята, я сейчас торможу немного. Так, вот здесь. Джонни, ты просто блять! Да идите вы в задницу просто. Так, окей, хорошо. Я выиграл, что ли? Я даже до низу не успел спуститься. Да я выиграл, ребят. Найс. Я тополевый, короче, у меня закончилось. Это сложная карта, непонятно вообще ни хрена. Так, ну что ж, ребят, у нас четвертый раунд по счету, и снова я на самолетах, и Джонни с Кэмом с пушками. У вас есть РПГ, пацаны? Да. О! Сейчас вам повезло, слушай, вам повезло. Окей, хорошо. Спускаться вам надо. Там надо, правда, аккуратно с прицелом желательно идти. То есть прицеливаешься и по краешку проходишь одну херню, потому что по-другому там никак. Сейчас мы чекнем. Попробуйте, как говорится, спуститься. Я буду жить до того момента, пока вы не будете нормально спускаться, и я не буду вас сбивать. Я опять чуть в ту яму не свалился. Так, окей, слушайте, эти здания на самом деле мешают летать, потому что я вижу. Джонни, я вас вижу там, вы там стоите. Привет! Не отсюда спускайся, Джонни, с другого. Сейчас. Я бегу. С другого края. Сейчас РПГ я возьму немного. Там, видишь, там есть сбоку такая дорожка из этих. Дорожка? Сейчас. Да, он куда-то побежал, там какой-то гейм, парень, походу, с ником или что-то такое. Так, тут не. А, чуть-чуть. О! Тут капец сложно. Так, нет, тут походу не точно. О, а как сбивать-то вообще? Я понять не могу. Окей. Хорошо, потому что знаете почему? Там, короче, куча всяких зданий наставлено. Нам, походу, тупо камикадзе надо здесь. А, слышь, тут стрелка же есть, показывает, куда нужно идти. Да. Ну, а. Так что вам надо там ходить искать, я пока летаю, красивые виды снимаю, знаешь? КМ, здравствуйте. Где ты? Сейчас выстрелю базукой и покажу тебе, где я. Понял? Я тебе сейчас. Давайте, базучники. Вы там спускаетесь. Парень взорвался тут рядом. Кто там? Тихо. Кэм, привет, я тебя вижу. Я мог. Только не кувыркаться. Там надо аккуратно идти по краешку с прицелом спускаться. С прицелом. Ну я с прицелом и делаю. Так, а я не могу что-то пройти.
Прям надо, прям там надо, прям, знаешь, прям вот с самого-самого края прям идти. Прям аккуратно по шашку там. Я обосрался, когда в прошлый раз проходил. Так, я жду, где вы там, пацаны? Тихо. Что внизу? Что внизу-то будет? Тихо. Я пошел! Я пошел! Так, Никита, лови. Да, блин! Хер тебе, Джонни! Хер тебе, я спокойно буду летать, вас тут это огреть. Аккуратненько. Мне интересно, пройдете ли вы до конца? Где вы вообще? Я думаю, что я пройду. Так, нормально. Че, кто-то рядом пролетел, я так, слышал. Я пролетел. Так, окей, кэмп, там ты где? Там с двух сторон можно спускаться? Так, на, нет, с одной. Все, я спускаюсь. Ты где, кэмп? Я очень низко. Все нормально. Все хорошо, я почти спустился. Так. Том, я пролетел рядом, это Кэм, это рядом с тобой, походу, я пролетел. Да. Я тебя мог, кстати, крылом цепануть, если бы я чуть-чуть, так говорится, влево поддал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Нет, блядь! Кэм, Джонни, как ты мог? Да я подскользнул, он так старался. Он просто подскользнулся и вниз упал и скатился просто. Так, стихо. Камикадзе! Я взорвал тебя, я тебя взорвал? Да, ну убил. Нет, ты взорвался. Я тебя взорвал? Ты взорвался, а потом Кэм умер. После твоей смерти. Да? Получается, ты проиграл. Ты проиграл. Но все равно это было круто. Это было все равно классное камикадзе. Я почти до конца добежал. Ты даже не узнал, вот что вот там. Так вот тебе, ублюдок. Сейчас я буду бегать. Да-да-да-да. Раунд новый. Вы такие крикуны. У нас опять пистолеты, пацаны. Ну что за херня? Что за непруха? Так нельзя. Так не работает система, понимаете? У меня тоже, потому что пистолет. Вот. У вас приоритеты. В чем? Я вот серьезно не знаю. Да нет у них приоритетов никаких, только деревья идти и все. Деревья, да, в натуре, зато у нас нейчер. Я вижу кэм там снизу. А, еще буду. Так, аккуратненько взлетаем, налетаем. Тихо, хорошо, прошел. Налетаем! Дурак. Нет! Ты меня пытался попасть? Я начал падать, я падаю, пацаны, я умер, сука! Да Джонни, ладно. Ты меня задизморалил, и я обосрался, короче, и куда-то шагнул, не такой она. Сейчас бы обосраться, дизморал. Я все правильно сделал. Блин, а у нас пистолеты! Тоже, ну вот и все, А я даже не понимаю, как бы, кто играет, кто выигрывает, кто проигрывает, потому что, знаете, непонятное что-то происходит. Не сильно ты как бы волнует. Непонятное что-то происходит. Сейчас так. На этот раз все получится. Нет, а почему так рандомно все время спавнится, я что-то не понимаю. То пистолеты, то эти РПГшки. Да хер его знает, честно говоря. Это сейчас. Опасная херня. Так, и вряд ли так задумано. Летать, Джон... а потом кого-нибудь. Я буду летать, а потом самого буйного, который прошел дальше всех за камикаджу. Давай, да попробуй, ничего тебе не получится. Давай, где вы там спускались? Ой-ой-ой, как рядом было-то. Привет, Джонни, вуу! Пока. Я прям мимо вас летаю, пацаны. Так. Девушки-матрёшки. Аккуратненько. Пошли. Я уже рискую, там спрыгиваю, бегаю куда-то. Вот тут кто-то сдох, здравствуй, братишка. Сейчас мимо вас пролечу, пацаны, прямо, смотрите. Блин, и тут тоже пистолет, лол. Нет! Вуу! Пролетел, как вам? Я упал. Ты просто упал? Нет, я не просто упал, я нормальный, я как бы не свалился чисто за пределы, а... Тихо. Так, ХП, ну сейчас мы ждем Джонни, потому просто что... Воу! Блядь! Ты упал? Идите в задницу просто! Бум! Что за бред? Там реально подскальзываешься и падаешь, и дохнешь! Парень, короче, на кране стоит, капец! Такс, раунд, еще один. Раунд! Погнали, пацаны, я снова на самолетах. Мы все снова на самолетах, как говорится. Все втроем. Мы сейчас в команде. Трио. Сейчас это, трио музыканты. Или ты как это? Беременские музыканты. У нас в городе стоят, кстати, пацаны такие на друг друге вот эти вот прямо. На них лазить, короче. Сейчас, что я хотел сказать, давайте поймем, что здесь все-таки надо до конца уже делать. Убить! И уничтожить! Так, я сейчас попробую типа. Оп! Так. На самом деле тут очень сложно, они прям могут спрятаться очень бешено просто от нас. Кэм, ты видел, как я пролетел мимо тебя? Так, сбавляем скорость. Да что это было? Немножко увеличиваем. Никита, аккуратно. Так! Так! Получилось. Ща! На вторую волну полетел. Аккуратно, Никит. Короче, обвенчалась провалом моя попытка закинуться. Ёбать, Никит, ты бешеный, что ли? Что? Прям надо мной. Ай, ну сука. Сидит там петух. Парень. Сейчас разберемся. Я звезду вижу. Так, тихо.
аккуратно. Втихаря. Да блин, Никит, ты бешеный что ли? Ай! Тихо, тихо. Я дикий, я сегодня станцию на самолете. Капец. Там последний чувак остался, да? Последний, я не знаю. Никит, хватит за мной гнаться. Там их двое осталось. Вон, вижу. Как бы его сбить, Никит, ты бешеный. Ну вот посмотри, просто рядом с крылом он был. Сука. Это весело, слушай. Ну давай, попробуй, давай. Меня врезаться. Ну давай! Давай! Здесь написано, есть информация, что подозреваемый связан с бандитской группировкой с... Отлично, это информация, да, полезная? С никнейном Нукутка. Нукутка. С кличкой. Давай, давай, врежься. Да блин, дурак! Ты чё, дурак совсем? Взял, врезался в меня, красавники. Меньше вопросов, больше котлетосов. Итак, все, второй раунд, поехали. Побежим аккуратненько, пацаны, за друг друга. Будем спускаться. Мы должны пройти, хотя бы показать ребятам, что там, собственно говоря, находится. Так, пошли быстро, быстро. Я первый, Так, Женя, упадем. Да упадем. Бля! Дурак! Фонтан, блядь! Ой, я присел. Я говорил тебе. На фонтан. Так, кэм. Я присел на скамеечку. Аккуратно. Да блин, мы выиграли, ну блин. Мы опять не успели дойти. Капец. Я так не играю, мы победили. Да блин, ну чё, пацаны, зачем опять выиграть? Вы заебали просто, ну пиздец. Эй, лётчики! Самолётчики снова у нас. О, я в камеру прицелился. РПГ Runners vs. Planes. Так, давайте, ребята, а почему я все время спаунюсь именно здесь у самолета? Вот, я вообще я рандомный вообще. Я всегда у самолета спаунюсь именно в одном плейсе, то есть я взлетаю все время отсюда, я не знаю, как спауниться в другом. Так, ну ладно, давайте. Так, давайте сейчас будем опять Джонни бомбить. Как? Давай. Попробуй. Я попробую сейчас наверх туда взлететь. Так, Джонни, готовься. Ну давай, меня. Давай, приготовил. Так, сейчас я разберусь, кто из них ты. Ой, парень шмаляет вовсю в меня. Это кэмочка, вуу. Сразу Джонни как... Блядь, окей, флэш, окей. Где флэк, плей Джонни? Чё, ты врезался, что ли, кэм? Да я пытаюсь залететь туда. Так, аккуратно. Чё, пацаны? Воу! А мы не можем посадить самолёт и вылезти из него? Я это и делаю, понимаешь? У меня в первом раунде это получилось. Это можно, да? Да. Это же гениально! Дошло, ёптвою мать! Смотри, тихо. А тут хер приземлишь самолет, то есть негде. Вот, я приземлил чуть-чуть. Сейчас. А где ты подошел? Не, понимаешь, что на сами деревья, то есть сверху. Ребята, босс высадился внизу. Там, где ты меня убил, Никитка, понимаешь? Там Джонни! Чувак наш высадился. Тихо, да, сука. Почти, а ты пытаешься там сесть? Да. Так ты же взорвешься. Нет. Я думаю, что почему? Я уже проехался по этому месту. Колеса. Там нахрена эти окопы для перестрелок, слышите? Там, где вот эта дорога внизу, где ты меня убил тогда. А что это? Там наш чувак, с нашей команды. То, что не истребители. Я приземлился! Да! Да, сука! Тихо. Подожди, а где я? Подожди, внизу, да, можно сесть? Блядь, нет! Я свой... Парашют, спасибо. О! Тихо, сука! Ты просто пидор, Никита! Ты, сука, пидор! Просто пидор! Посмотрите на эту тварь! Просто взял, сука, оборвал мне, блин, парашют. Мне там вообще хп не было. Этот взял, сука, меня оборвал. А куда сесть, блин? На член, блин! Подожди, а парашют есть, да, оказывается? Да. Ну это типа ты катапультируешь. Ты можешь, кстати, вот реально камикаднулся туда и. Я хочу, во. Да, в итоге сейчас об самолет могу уебаться и сдохнуть. Не, у меня все в расчете, я мастер. А, в самом конце, короче, есть истребитель. Да.
То есть, так, если доходишь, садишься на истребитель и остальных отстреливаешь. Я приземлился, кто-то стреляет по мне или что происходит? Все, пост там. А! Фу, я думал, я упал. А где враги вообще? На Майсбанке. Вы один на один остались? Да. Так, твою мать, окей, ладно, я хотя бы покажу ребятам, что здесь происходит дальше, потому что вот тут проходишь, короче. Там на кранчик можно подняться, короче, и настройку. И что настройки? Истребитель. Истребитель, да. Мне в ангар, сейчас посмотрим. А мне кажется, он, так, который ребята... стреляет, истребитель. Ну, может, да, быть, кстати, сейчас посмотрим. Да, да. Ну-ка. А там потому что пушек не было, так. Так, вот так это делается, да? Так, главное... Тут лестница. Не-не-не-не-не-не-не-не, там папка сейчас упал уже. Она здесь. А. Оп, нет, всё. Там другая, вниз которая. А ты наверх? Нет, видишь, там снизу. Что? Вон вниз лестница есть. Там вниз, да, надо? Да. Окей, а вон он внизу припаркован, все. Так. Тут скатится прям. Труп чей-то, труп чей-то лежит, смотри. Вот он и упал там. Окей. А, вот еще вниз идет. Давай, давай. Аккуратно, ребята, просто у нас этот, руф. Рофер. Рофер, там полиция настигла, так. Вылезаем дальше. Так, мне кажется, да. Как раз таки это истребитель, на котором стрелять можно. Ну я сейчас посмотрю, я Красава! Нет! В самом конце, ребят! Это карма, ты понял? Это карма за то, что. Это жесть, просто сфейлил весь ролик. Красава!